everyone, welcome to Katya News. Today's co-host will be Nat. А я will be your translator, то есть буду переводить. Короче, Катя сегодня показывает свою комнату, и ей будет помогать Лохмась. Лохмась — это очень известный, не знаю, насколько известный, но очень важный медведь, который куплен за $1 в Америке. Нет, па, мы его купили за 1 000 000 квадриллиона. Он так много стоит. Для Кати он бесценный, а вообще он купленный в доллар-стор. Там, где все по $1. Мы сегодня вам, по вашим просьбам, показываем Катину комнату. Точнее, Катя показывает, и я ей просто помогаю. Да. Начнем с того, что моя комната увеличилась. Да, у Кати появились там двери, и у нее есть своя ванная. Раньше там ничего не было, была стенка просто. О, еще одни барашки. Да. Катя любитель у нас барашка. Это откуда, кстати? Это из Шотландии. 10 фунтов. Это из Шотландии, да? Да. Шотландские вот такие вот барашки у Кати тут живут. Кстати, а твой баран, который новый, самый лохматый, самый чудный, он уже был в нашем видео? Нет. Короче, очень новая, очень интересная игрушка у Кати появилась. Мы из Исландии, когда ехали в аэропорту, Катя купила в Duty Free. Покажи его нормально. Моя подушечка. Вот что это? Это чудо. Это моя подушечка. Лохматое страшное чудо называется баран. Или овечка. Барашек. Барашек. Ну давай показывай, что у тебя есть. Да. Так что вот тут у меня есть кацкус, котиковый кус. Кэткус какой-то. Это что за чайник? Это водичка. А, это поливалка. Ага. Смотри. Поливалка не просто так, потому что у вот Кати тут любит растения. Я выращила Выращиваешь? Выращиваю томатики. Из помидорчики. Катя помидорчики будет на подоконнике на Новый год на стол брать со своего подоконника Новый помидоры. Год? А, да. Ну, пока они вырастут, как раз на Новый год будут свежие помидоры. Это что за чудо травяное? А, это мой гном. Это гном, но его же, это же для сада фигурка. Почему он у тебя на подоконнике? А, помните видео, когда мы делали челлендж? Покупали вещи, чтобы украсить наши домики. 6 фунтов. Да, выберем. Я отсюда это взяла. Уже и домиков нет. Не осталось. Ладно, это что за коврики? Что это за войлок какой-то? Да, я пробовала иголками делать игрушечки. И получалось? Но не получилось. Вот тут... К сожалению. Вот тут у меня есть... Вот один упал. 2 паспорта пушин. Нет, вот это лохматый, это я не знаю. Это реально лохматый. Так, что дальше? Вот тут. Это Катин рабочий стол. Рабочий стол. У Кати какой-то волшебный стол. Вот сколько раз мы уже вытирали, защиты всякие, накрывашки покупали. А все равно у нее какой-то разноцветный проявляется постоянно. Смотри, а что ты решила, 2 планшета пользуешь ты, да? Вот тут у меня есть мои самодельные, наклейки. Тут одна, вот вторая. Ты сама делала, да? Розовые, синие, да. Красиво. Персиковые, белые и всякие радужные. Так, а почему конфета на компьютере? Ты что, компьютером совсем не пользуешься? Используюсь иногда. Это фейковые, помнишь, мои вещи? Это цыплек на елку, наверное, да? Тут у меня есть пушинки. Пушинки? Ты тоже коллекционируешь? Нет, просто Нет? мне понравилось. Просто? Окей. О, мне нравятся эти, как они, зубочистки. Папа! Ну, это надо зайцу чистить зубы. Прикольно. Смотри. А там зубы? Ты точишь карандаш, а он зубы там зубами точит карандаши. Катя, что-то такое в ящиках есть, что ты хотела бы показать? Или продолжаем дальше? Да, но сначала я хочу вам показать это. Тут у меня есть сквиши. Эй, сквиши. Что это? Ты расскажи, что это? Это мое расписание школы. Да, какие уроки? Вот если интересно, что учат в 5 классе в английской школе, вот, пожалуйста. Немножко поменяли это. Ну, в принципе, одинаковый. Для наших зрителей главное понятие, что же учат в английской школе. Да, так, тут мои ящики. Не сильно идеально, но я стараюсь все держать в чистоте. Тут у меня есть где-то 1 000 000 карандашей и все. Вот тут у меня всякие дроинг вещи. Вот это мэджик. Это мэджик, обалденный чехольчик. Еще у меня есть такой блокнот. Это чехол для айфона. Можно мне? Мне кажется, мне подойдет как раз мне Макс. Нет, у меня новый телефон, так что... Вот тут у меня мой блокнотик, тоже пушистый. Вот тут
тут всякие блокнотики опять. Блокнотики вот опять? Ящики те... А, пусто? Вот это да. Только вот этот еще заполнен. Кстати, у Кати новая бутылка. Очень крутая. Дети меня выпрашивали, потому что она дорогая, я им сразу не покупал. Но они меня уговорили. Бутылка, которая ароматизирует воду. Вот такие капсулы специальные для того, чтобы вода становилась... Advertisement Arab Sponsors. Никаких спонсоров не было, неправда. Мы купили ее за кучу денег. Нет, я говорю Arab Sponsors Us. Еще у Кати есть какие-то джунгли. Она любит жить в джунглях, она кроватью держит какие-то свои зеленки. Даже вот... просит нам балдахин над кроватью, что мы купили, но я отказ. Да. И вот тут у меня код для одной из игры. Из игр. Можно подсмотреть? А что это значит? А, еще один лохматый, который, наверное, не был в видео у нас. Такая вот лама. Она без видео к нам приехала, просто она, так. Она сделана из... Настоящей ламы. Ага. О, нет, то упало. Катина украшение какое-то упало. Она клеила, старалась. А, это же у нас дискотечная лампочка. Она включается, может гореть, может даже мигать. Еще что-то упало. А, это же Эйфелева башня. Ой. Сейчас я Кате, в общем, помогу. Давай отходим с той стороны, обратно потом придем. У нас здесь куча, опять же, мягких, классных вещей. Катя любит вот таких всяких зайцев. Какой-то, я уже не помню, где у нее взялись. Какой-то на день рождения был, какой-то на Новый год, что-то где-то как-то так. Так что вот это на последний день школы. У меня как подарочек. Вот тут у меня на Новый год заказал. Вот тут. А это еще один лохматый из Исландии. Там у него даже была бирка, там было написано «Fluffy friend from Iceland». И вот тут последний большой зайка на день рождения. Он огромный. А ну встань. Кто выше, ты или зайка? Если ему уши наверх, он выше. Но по толщине, наверное, зайка побольше. Какой он пузатый. Но ты больше. Хи-хи-хи-хи-хи. У тебя пельби. А тут Катя всякие DIY прикольчики. Катя делает, любит делать все своими руками. Она и вяжет, и шьет. Что я вот там делает? Тут делаю плед. О, вау! Из таких толстых ниток Катя пробует сделать плед. Когда-то сделает зимой. Кстати, до зимы успей, чтобы зимой мы могли сидеть где-то, пить чай и укрывать ноги пледом. Very good. Или просто как большой шарф. Уже можно использовать. Да. И у меня есть еще другой шарфик. Коричневый. Пап, подойдем. Ага, еще один ящик. Вот тут. Вау! О, сколько всего? Закуталось. Ну, да. Просто показать можно, вот такой это шарфик. Шарфик. А это другие нитки, да? Да, намного другие. Куча ниток. И, кстати, в основном все эти нитки Катя купила за свой счет. Вот тут мои цветочки, бабочки. Ты наша прям хозяйка. Помидоры выращиваешь, цветочки растут. Кстати, мы плавно подходим к ванной. Ванная у Кати очень необычная и очень круто украшена. Я еще не закончила показывать мой стол. А, да. У нас каждый туалет в доме дизайнерский. Где-то тарелки на стене висят, где-то крутые лампочки. А у Кати, сейчас увидите. Смотрите, так что его зовут бабочка, бабочка. Всех зовут бабочка. Ага, бабочковый цветок. Но вот этого зовут Бобби. Почему не бабочка? Бобби за бабочка. А. Вот тут мои Detangle Hair Spray. Это вот так. Немножко пшикаешь. Оп. И расчесываешь? И расчесываешь. И тогда волосы становятся гладкие и шелковистые. Да. Вот тут у меня тоже фейковое растение. А зачем так много фейковых растений? Потому что они не испортиваются. А, их не надо поливать. Кстати, там у меня там есть еще одно. Вот тут у меня есть HomePod, лава-лампа. Ты ее включаешь иногда? Да. Вот тут корм для всяких растений. Я использую для этих помидоров, кактуса и для вот этих. Чувствую, заживем, помидоров у нас будет. И не надо покупать. А тут я у тебя какую-то еще бабочку увидел. Что это? Это я получила на день растения от моей подружки Саша. А что ты там хранишь? Можно посмотреть? Нельзя. Окей, это секрет. Да. Идем дальше? Показывай, что у тебя еще? Что вот это? Что это такое важное вот тут? Вот тут мой донат-шоп. Вот тут меню. Читайте меню пока что. Катя нам продает донатсы. И... Можно мне, пожалуйста, донат Toxic Mango? Что это? Есть такое? А, это напитки. Да, но напитки давай... уже out of sale. Хорошо, давай донатсы. Где донатсы? Мне шоколадный... Нет, Strawberry Sprinkle Donuts, пожалуйста. И? И что? А, еще один можно, да?
Ну давай можно шоколадный. Все? Можно все. Давай два. Шоколадный и клубничный. Клубника. Покажи его. Клубника. Вот тут. Ага. И шоколадный. Клубника. Пакетик. И шоколадный. Вот. Тоже в пакетик. Сколько с меня? Сейчас. Тут написано на донатах. 5 фунтов. Дорогие, у тебя донатс. Потому что это комбинезон. И 5 фунтов. 10 фунтов. Окей. Я вечером занесу, можно? И за пакетик 10 тысяч. Не. Я без пакетика. Нет, пакетик. Ладно, донатсы мы потом поедим. Давай показывай, что там у тебя творится в ванной. Какая она у тебя супер дизайнерская. Да. Смотрите, какая она у меня просторная. Тут реально можно танцевать, дискотеку устроить. По-моему, у Кати самая большая ванная. У Макса, кстати, тут застилки, но поменьше. Ну, мы же там вдвоем можем. Наша комната на двоих. Это только для тебя. Катя сама все выбирала, всякие вот эти украшения. И вот что получилось? Был просто пустой уголок, а сейчас тут прям, вот не знаю, можно сидеть и рассмотреть, что же. Вот тут похоже на какое-то море. Кстати, это настоящие картины красками, посмотри. Да? Стой, это на дереве. На дереве краски, да, очень красиво. Кстати, они тут так стоят, никто не замечает особо. Ну реально красиво, каждая картинка уникальна. А вот это похоже на всякие горы. А это просто такое что-то. Что-то такое, зато красивое. Моя коллекция каштанов. У Максима Минова одноклассника где-то 200 уже каштанов, я ему помогаю. Здесь твоя большая ванна, да? Да. А еще моя кровать. Это здесь ты спишь, конечно. Катя любит спать. Полотенчиком под щеку можно спать. Да. Да. Вот что там? У меня пипсы для донатса, чаевые. Это если мало заплатили, можно еще чаевые добавить. Еще 4 зубные пасты. Ну и так, чтобы хватило, да. Черепахи и что-то... А зачем тебе банка от варенья? Я хотела делать террариум, но не получилось. Для черепахи? Нет, просто террариум. Ну, расческа, зубная щетка. Все как в обычной ванне. Да. Да. Да, тут мой халатик. Халатик непростой. Что написано? Lady Boss. Нет. Girl Boss. Я одену и буду продолжать видео так. А что, мы еще что-то не показали? Мне кажется, мы уже все показали, можно заканчивать. Или еще вот этот чемодан не показали? Что там у тебя творится? Вот тут у меня только pencil case. Кто помнит, где был этот портфель? Он был куплен на видео. Да. И вот тут у меня тизер. Как это? Тизер? Или спойлер? Катя его отжала у Макса. У тебя тут игрушек целый завал. И чем лохматее, тем... кстати, это Катя сама сделала. Лохмастюнер. Ну что, давай будем заканчивать. Все. У тебя всякие игрушки, все одна милее другой, все очень красивые. Смотри, так что это от Инны я получила на день рождения. И кто помнит этого хомяка толстого? А я не помню. Я не помню. День рождения мое. Тоже на видео? И последнее. Кто помнит ушастик? Я тоже не помню, но я помню, что он очень милый. Это ты? Я не помню. Но Smith Toys, помнишь? Угу. Короче, мы где-то были в магазине, Катя у нас выпросила вот такую красоту. Он с нами ехал в Baskin Robbins. Это давно было уже. Ну все, можно заканчивать. Ты сделала подробный, очень подробный рум-тур. Даже показала, что там в каждом у тебя ящике, где находится. Не в каждом. Вот там мое белье, так что я не показала. Ну да. Белье показывать не надо. Да. Итак, я думаю, что рум-тур мы показали достойный. Единственное, не показали вот тот угол. Там еще куча всякого хлама. И да, я сама лично поубирала мою комнату. Поставьте лайк, если вам понравилось. Да, ставьте лайк, потому что Катя старалась с самого утра. Родители долго спали, Катя пришла к нам. Зайдите в мою комнату, посмотрите на порядок. Мы зашли. Вау! Катя молодец. Так что ставьте лайки за Катины старания. Пишите в комментах, как вы считаете, классная ли у Кати комната. Или может что-то надо здесь поменять, переделать. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока. Пока. И пишите, надо вам рум-тур папиной комнаты или нет? Хотя зачем? Надо. Лохмочка, улет, пока.